Я рада приветствовать вас на очередном вебинаре. Если все хорошо у вас, все в порядке, меня слышно и презентацию видно, маякните огоньком. Угу, спасибо. Тогда начнем. Анимация. Сегодня поговорим о ней. Мы, конечно, не станем сегодня с вами мультипликаторами, но посмотрим на некоторые онлайн-инструменты, которые позволят нам создавать анимированное видео. Может быть, у вас по ходу возникнут какие-то идеи, как его можно использовать в учебной деятельности, либо у себя в библиотеке. Есть инструменты, которые адресованы детям, поэтому вы можете привлечь к творчеству не только себя, но еще и своих читателей, либо школьников. Но есть инструменты более сложные. Давайте от простого к сложному и посмотрим на них, на всех. Итак, анимация, конечно же, вызывает у нас положительные эмоции. И у детей, и у взрослых, чего уж там таить. Это связано с детством, стиль мультфильма всем нам понятен и прост для усвоения, поэтому таких анимационных роликов появляется довольно много. Можно просто создать какое-то видео по определенной теме, можно создать приглашение на мероприятие, прорекламировать что-либо, либо создать рекламу книги, например, рассказать о своей библиотеке, о школе, о вузе, о классе, о самом себе. Да, практически все, что угодно, можно перевести в режим анимации, если есть такая необходимость. Коллеги, не волнуемся. Подвисла, да, немножко у нас прервалась связь, видимо, со спикером. Я думаю, Марина Анатольевна сейчас попробует перезагрузиться. Это бывает, ничего страшного. Да, ничего страшного, да, Вера Шапкина, немножко висим. Пока не переживаем, можно скачать презентацию из вкладки «Файлы» не спеша, кто еще этого не сделал. А мы ждем Марину Анатольевну. Сейчас она попробует перезайти к нам, перегрузиться. И надеюсь, что все будет хорошо. Так что пока не волнуемся, не расходимся. Ждем, что у нас будет. Мы сейчас попробуем прийти Марине Анатольевне на помощь. Я к вам вернусь. И мы тогда с вами продолжим. Пока не расходимся, хорошо?
Коллеги, спокойствие, только спокойствие. К несчастью, ну, такая небольшая техническая накладка случилась. Марина Анатольевна сейчас переподключится, перезайдет в вебинар. Ну, вот внезапно выключили свет. Было отключение света у спикера, поэтому ее выбросило из интернета. Так что не волнуемся, это бывает, это со всеми бывает, и со спикерами тоже, к сожалению. Поэтому ждем, сейчас она перезагрузится и буквально вот еще пару-тройку минут и постарается зайти. Так что пока не расходимся, не переживаем, не нервничаем. Пока можете скачать презентацию, кто еще этого не сделал, ее забрать и посмотреть, познакомиться с нашим расписанием, например, на ближайшее время, посмотреть темы наших вебинаров, вот здесь предстоящих мероприятий, возможно, на что-то записаться. И, кстати, коллеги, напоминаю, на этой странице расписания наших вебинаров появилась кнопочка в панели меню наверху, называется «Записи». Там можно найти записи всех предшествующих вебинаров. Они сгруппированы очень удобно по сезонам и внутри по месяцам. И можно будет также искать записи, которые находятся на нашем канале на YouTube. Для тех, кто YouTube не очень дружит поиском, вот эта вот кнопочка в помощь. Так что можно тоже сейчас зайти, посмотреть. И самое главное, коллеги, для тех, кто у нас только недавно, обязательно посмотрите, пока Марина Анатольевна сейчас переподключится, вот эту страничку с объяснением условий приобретения сертификата после посещения вебинара. Основные вопросы, они есть, все есть здесь ответы. А саму страницу, где можно будет это сделать, я вам их в конце размещу. Сервисов много, компактно в одном месте вебинар, сравнительно. Юрий Пахомов, не знаю. Вот сейчас Марина Анатольевна попробует переподключиться. Надеюсь, что все пройдет удачно. И тогда, я думаю, на этот вопрос она ответит. Можно будет еще раз, если убежит вопрос в чате, тогда уже у автора спросите. Да, конечно, хорошо бы иметь такой сравнительный анализ, но иногда это достаточно сложно сделать, когда много различных сервисов и ресурсов, ну, может быть, коллективным разумом. Предлагайте свою помощь, и тогда будет такой анализ. Дина, вот наверху чуть повыше посмотрите расписание наших вебинаров на текущий учебный год, страничка сайта, увидели, directmedia.ru. На нее нажимаете, попадаете на страницу нашего сайта, и там наверху в меню написано «Записи». Да, и прямо все плейлисты, они там сгруппированы по сезонам, а внутри по месяцам. Или с той же странички можно перейти, внизу прокрутите, большая кнопка «Смотреть все записи». И вот там она тоже будет. Вот, так что пока, коллеги, поизучайте ресурсы, которые я вам дала, да, по ссылочкам. И мы сейчас попробуем переподключить Марину Анатольевну. Так что пока. Добрый день еще раз. Так, у меня произошел непредвиденный скачок электроэнергии в сети. Компьютер в результате вырубился. Я надеюсь, что сейчас все в порядке. Очень хочется, чтобы это не повторилось сегодня. Я надеюсь, все в порядке с презентацией, с моим голосом. Все слышно и видно. Поэтому давайте продолжим. Итак, я начала рассказ об онлайн-сервисах и хотела перейти к первому из них, который называется «Волки». Это сервис для создания очень простой анимации, так называемых говорящих аватарок. Я сейчас, как всегда, вам ссылки в чат отправлю. Наверняка вы такие видели, слышали. Смысл в чем? Вы создаете или цифровую копию себя. То есть, так, компьютер немножко подвисает, но постараюсь. Цифровую копию себя создаете и даете голос.
Вы можете эту аватарку сделать похожей на себя, можете выбрать животного, неодушевленный какой-то предмет, в разных стилях себя представить и так далее. Ну вот я вам в чат сразу три ссылки отправила, самые разные. Сервис очень простой, поэтому хорошо подходит для работы школьников. Здесь, хотя он англоязычный, все очень просто, никаких надписей нет. Здесь по иконкам, щелкая, прекрасно можно разобраться, что здесь к чему. Сначала создаем персонажа анимированного, выбираем из библиотеки элементов подходящую персону. Далее одеваем ее, это вот футболочка с бейсболкой там нарисована. Дальше выбираем фон, в каком фоне будет находиться наш персонаж. Дальше немножко его корректируем, редактируем, это палитра у нас. Ну и самым последним шагом мы выбираем озвучку. Озвучка записывается либо на микрофон, можно прямо в режиме онлайн подключиться и записать, либо вы можете загрузить уже готовый файл, если он у вас есть. Единственное ограничение звучания этого файла не должно быть более 60 секунд. Поэтому, собственно, вопрос, как это все можно использовать, ну, кроме развлекательных целей. Ну, например, в библиотеках очень часто проходят конкурсы чтецов. Видеочтения, например, которые записываются. Да, она шевелит губами. Пройдите по ссылке, посмотрите, она шевелит губами. Это аватарка. Она поворачивает голову. Если вы начнете водить курсорчиком по ней, она будет следом за курсорчиком поворачивать голову за вами. Такая вот смешная картинка, как ее можно использовать, например, записывать стихи вместе с детьми. Дети представляют свою аватарку, у вас получается конкурс чтецов аватарок, например. Можно вот о правилах дорожного движения рассказать, я вам ссылочку отправила. Можно что-нибудь коротенькое, какую-нибудь там инструкцию маленькую записать и на сайте библиотеки опубликовать. В общем, тут вариантов может быть много, вы можете целый конкурс таких придумать аватарок, кто лучше, больше и интереснее сделает. Так что вопросов, способов использовать все это достаточно много. Идем дальше. Еще один сервис Blabberies, он тоже такой детский, очень простой, тоже для создания говорящих картинок. Правда, здесь все еще попроще. Вы загружаете свою картинку, двигаться у него будет не... двигаться у него будет не само... как это сказать, само тельце, да, а только рот. Вот. Если в говорящих аватарках там двигалась вся картинка, то здесь будет двигаться только ротик у этой картинки. Я вам примерчик в чат отправила. Вопрос, разве он не платный? Сервис Voki нету, у него есть бесплатный тариф. Он условно бесплатный, там есть бесплатная версия. Вы можете создать в этой бесплатной версии... неограниченное сейчас число аватарок, раньше ограничивали, сейчас нет. Вы можете даже бесплатный класс создать на 5 человек, присоединить туда детей для работы. Единственное, что вы не можете получить код, чтобы встроить это на страницу сайта и блога, только ссылка. Вот единственное ограничение, которое здесь есть. Ну и длительность аудио 60 секунд. Blabberies – это вообще бесплатный сервис, у него принцип работы точно такой же. Вы загружаете свою картинку, здесь уже нет библиотеки, вы грузите своего персонажа, отмечаете, где у него будет рот, ну а дальше вот я все тут подписала, по картинке понятно, что и как тут действует. Загружаем картинку, можно немножко подрезать, дальше располагаем рот, находим его на картинке, чтобы сервис сориентировался, какую часть картинки он будет двигать. Вот такие вот кружочки появляются, фиолетовые, зелененькие. С помощью этих кружочков вы можете выстроить более точно мышкой рот, так сказать. Вот по центру такой большой зеленый кружок, он указывает, как будет двигаться вот наша челюсть, скажем так. Его нужно опустить чуть ниже. Он по умолчанию в центре, то есть будет у вас статично, если вы там же оставите. Если вы хотите, чтобы он двигался вверх-вниз, то опускайте его ниже вниз. Вот. Он будет выходить уже за пределы этих синих кружочков. Ну и в любом случае вы можете потом все это проиграть, посмотреть, как у вас будет все это двигаться, и потом, если что, исправить. Далее, после того, как вы с артом определились, выяснили, как и где он будет расположен, дальше приступаем к озвучке. Озвучивать можно точно так же, как и в Voki. Можно записать с микрофона, если его подключить, а можно уже загрузить свой аудиофайл. Здесь, к сожалению, если мы файл грузим, то здесь будет озвучка всего до 30 секунд, полминутки. Но это для совсем маленького стихотворения подойдет. Правда, если записывать онлайн, там ограничений нет.
Почему так? Вероятно, серверы ограничены у сервиса, поэтому загрузки здесь ограничены. А вот записывать можно, видимо, без ограничений. Ну и далее, после того, как вы все это записали, посмотрели, отредактировали, можно получить ссылку и код на эту веселую картинку и поделиться, и вставить на страницы сайта и блога. Сервис абсолютно бесплатный, он такой совершенно простой-простой, без всяких изысков, то есть для любителей какой-то сложной анимации он вряд ли подойдет, ну а вот для детского творчества самое то, наверное. Таких можно тоже делать разные конкурсы, опять-таки стихи там озвучивать и многое-многое другое придумывать. Идем дальше. Еще детское творчество, продолжим эту тему, сервис Animate. Это сервис для создания покадровой анимации, или еще по-другому она называется Stop Motion. Принцип покадровой анимации, может быть, вы знаете, я немножко напомню вам, как это делается. Сейчас вопрос увидела. Принцип работы такой, мы выстраиваем ряд кадров, на которых один и тот же персонаж, например, но он в разных кадрах выглядит по-разному. Например, нам нужно передать движение, поэтому в первом кадре у нас стоит в начале позиции, во втором кадре чуть-чуть двигается в нужную сторону, в следующем еще двигается и так до самого конца. Анимация создается за счет того, что эти кадры очень быстро будут перелистываться. И получается, что как будто бы это мультфильм. Таких мультиков очень много советские мультипликаторы создавали, наверняка вы такие видели. В принципе, вот такая вот очень простая покадровая анимация. Вопрос по Волке. Можно ли загрузить свою фотографию? Нет, там ничего грузить нельзя в бесплатном тарифе, можно только из библиотеки брать. Смысл цифровых аватарок как раз в том, чтобы не себя переделывать, а выбрать персонажа наиболее похожего на себя. То есть выбираем там по цвету волос, по цвету глаз, ну, делаем что-то похожее такой. Принцип. Как здесь все работает? Сервис очень простой, здесь не нужна никакая регистрация. То есть, если вы туда зайдете, на этот сервис, то сразу вам предложат вот такой вот пустой кадр, без картинок, правда, куда вы будете выставлять своих персонажей. Вверху по кадры, один за другим, как они выглядят, все пронумерованы. Тот, на котором вы сейчас находитесь, на него указывает стрелочка. Значок плюсик добавляет новые. Внизу разные полезные инструменты для того, чтобы убрать персонажа на передний, на задний фон, удалить и изменить его цвет. В этом сервисе нельзя добавлять свои картинки, только то, что из библиотеки. Библиотека здесь не очень большая, поэтому больше для детского творчества подойдет, какие-то очень простые вещи можно сделать. Как здесь все работает? Ну, во-первых, смотрим на настройки, включаем значок шестеренки, выясняем, что здесь можно установить скорость смены кадров, с какой скоростью будет двигаться персонажи. Ну, у меня вот сейчас на экране акула и девочка, и они обе будут двигаться у меня. И здесь определяем скорость. По умолчанию она стоит посерединке, это средняя. Можно быстрее, можно медленнее. Дальше. Очень полезную опцию обязательно стоит подключить. Называется она предыдущий кадр и следующий кадр. Previous и Next. Это для того, чтобы было видно, как у вас персонаж будет двигаться по экрану. То есть у вас, по сути, если вы подключите это, то будет вот так. То есть вот у нас двигается акула и такой полупрозрачный ее фон предыдущего кадра. То есть видно, что она двигается в правильном направлении. То же самое с девочкой происходит. Вот эта опция такой вот помогает нам создать более точно персонажа, перемещать по экрану, чтобы не забыть, где и как он расположен. Как технически это все делается? Здесь есть опция, которая называется «Копировать». Мы выставляем первый кадр. Далее нажимаем на кнопку «Копировать», и рядышком появляется точно такой же. Вот в этом точно таком же кадре мы чуть-чуть двигаем персонажа в нужную сторону. Снова копируем, опять двигаем. Таким образом мы можем создать иллюзию движения. Ну а дальше готовую всю эту анимацию можно скачать на компьютер в формате GIF. Это получается у нас такая GIF-анимация. Эту GIF-ку можно и на сайт пристроить, и в блог, и в социальные сети. Большой плюс – подходящий для детей, что здесь нет регистрации, здесь все бесплатное абсолютно. Единственный недостаток, здесь есть опция текст, то есть вы можете еще и текст добавить, но только на английском языке, потому что сервис англоязычный и кириллицу он, к сожалению, не поддерживается. Фигурка просто едет, частями тела не шевелит. Да, все верно. Здесь очень простая анимация, она просто двигается. Здесь сам факт в том, что это все просто движение.
Здесь никаким образом ни звук не накладывается, ничего. Здесь вот просто действительно GIF, анимашка. Там вот я вам ссылку давала чуть выше. Там рыбки друг за другом гоняются по экрану. Вот такая вот анимашка. Кстати, здесь опция есть луп. Я про нее не сказала, но она присутствует. Вы можете эту анимацию сделать по кругу. То есть вот эти самые рыбки могут у вас бесконечно двигаться. Получается такая Ну, в общем, круговая анимация получилась. Чуть-чуть посложнее. Сервис называется Аниматрон. Это такой более профессиональный, ну, условно говоря, более профессиональный инструмент. Он тоже создает GIF-анимацию. Он немножко сложноватый, конечно, после вот такого простоты. Я вам сейчас вот первую ссылочку отправила. Это видео, сделанное по шаблону. То есть я взяла готовые какие-то наборы из этого сервиса и сделала вот на основе шаблона. Другая ссылка – это уже, собственно, с нуля было создано, но опять-таки здесь картинки взяты из библиотеки сервиса. В этом сервис выглядит следующим образом. Здесь у нас библиотека есть с левой стороны, по центру кадры, похожие на слайды PowerPoint. Ну и они же в виде картиночек маленьких с правой стороны выстроены по порядку. Вы их можете перемещать между собой, менять местами. Здесь есть два режима. Режим Light и режим Expert. Режим Light – это очень простая анимация, когда у нас просто персонаж находится в кадре, он когда-то появляется и когда-то исчезает. То есть особо он там ничего не делает. Появляется, исчезает, не говорит, не двигается. Или если двигается, то движения эти минимальные какие-то, там машет ручкой и на этом все. Если вы хотите, чтобы персонаж передвигался по экрану, двигался в нужной вам траектории, тут переключаемся на режим эксперт. Там есть возможность более точно выстроить движение героя. Теперь посмотрим на библиотеку. В библиотеке есть так называемые анимированные наборы, то есть это уже готовые сценки. Там есть персонаж, есть фон, и можно там из этих сценок уже создать какое-то очень простое видео. Вот я его создала на основе этих сценок, все взято из сервиса. Это первая ссылочка, там у меня пират на корабле двигается, вот. Можно создать вот что-то вроде этого. Далее, здесь есть отдельно кнопочка для добавления текста, буква «Т». Текст русский поддерживается здесь. Есть кнопки для добавления фото, видео и звуков, но это все платная опция. То есть нам предлагается либо что-то брать из библиотеки, из готового, либо есть самая последняя кнопочка внизу, такая в виде коробочки. Вы можете загрузить свои картинки, если это вам нужно. Далее, как это все делается? Открываете набор. В каждом наборе есть сценка, фон, персонажи из этого набора. Вы можете взять уже готовые, переставить их как хотите. Можно прям целую сценку перенести вот туда. Можно кого-то удалить, кого-то добавить и так далее. Сколько работ можно создать в этом сервисе? В этом сервисе в бесплатном тарифе можно создать до 5 проектов. Ограничения по времени нет. То есть вы можете их создать в неограниченном количестве сценок, и оно может довольно длинным быть, ваш видеоролик, если угодно. Итак, ну вот простой режим, например, давайте посмотрим сначала на него. Вот они, все, что я вам перечислила, еще раз покрупнее. Ракеты – это у нас анимированные наборы. Видео, фото пропускаем – это платно. Фоны – это бесплатные, отдельно фоны. Там достаточно большая библиотека, так что можно не пугаться, а вдруг ничего не найдется. Найдется достаточно много здесь всего интересного. Кнопка «Т» добавляет тексты, ну и последняя кнопочка загрузки. Это уже свои картинки подгружать. Вот эта сценка. У меня тут пират, он двигает колесо, он появляется просто в кадре, потом исчезает в конце эпизода. Там шум моря за кадром звучит. Вот это готовая уже сценка. Я там немножко удалила отдельных персонажей, но смысл сценки остался. Эту сценку можно редактировать. То есть вот у нас внизу лента времени. На этой ленте времени мы видим, что здесь есть сам персонаж. Он появляется, он исчезает. И вот эти вот маркеры синенькие, они определяют, когда он появится, когда он исчезнет. Ну, например, он появляется на полуторной секунде. Вот эти вот синие вертикальные линии показывают начало, и исчезает он только, когда сценка заканчивается, в самом конце. Сценку можно удлинить, укоротить, там есть плюсики и минусы. Да, сервисы идут от простых к более сложным, все правильно. Эту сценку вы можете укоротить, если угодно, и после этого
переходить уже к следующей. Плюс здесь еще в самом шаблоне есть опция звуковая. Здесь можно еще звук подключить. Вот он в виде нотки отображен. Но это уже из самого шаблона взято. Далее. Это режим эксперта. Здесь инструментов чуть-чуть побольше будет, они здесь посложнее. Остаются все те же библиотека, все те же фоны, но плюс еще здесь есть возможность рисования. Здесь есть карандаши, кисточки, ластики можно рисовать. Есть вариант с панорамированием, когда у нас приближается фон, либо отдаляется. То есть здесь такая более... более сложная анимация получается. Самое интересное, что можно делать в режиме эксперта, кроме вот всего того, что было до этого, это можно нарисовать движение героя. Вот у меня там лес, повторяю, моя ссылочка, это просто сделано вот, ну, за полчаса. Как это у меня делать? Я загрузила фон, добавила персонажей, у меня их там два, и они должны были двигаться у меня совершенно по разным траекториям. Траектория движения выстраивается внизу на ленте времени. Здесь у каждого героя своя. Если в простом режиме, в режиме Light, была одна на всех лента времени, то здесь у каждого персонажа будет своя. И на этой ленте времени мы выстраиваем вот такие точечки. Это точки движения. У них какое-то есть специальное название, которое сейчас из головы вывалилось. По-моему, ключевые кадры. Вот из этих ключевых кадров и будет строиться анимация. Итак, ставим героя в самое начало. Далее, вот оно на первой секунде, лев должен стоять вот в этом месте. Я в квадратике обозначила. Дальше. А дальше мы двигаем персонажа в другую позицию, в какую-то, и щелкаем по ленте времени. Вот я щелкнула на 3 и 5. Это второй ключевой кадр. На ленте времени появляются такие ромбики. Далее я двигаю еще, и уже на 6,5 он в каком-то третьем у меня месте. Точно так же можно перемещать по вертикали. Здесь перемещение в хаотичном порядке. Куда хотите, вы мышкой двигаете персонажа по слайду. Хотите вверх, хотите вниз. А на ленте времени эти отсечки будут отображаться в виде вот таких ромбиков. Вот. Хотите, вы можете в обратном его движении двигать назад, зад, он у вас задом наперед будет двигаться. То есть так, как считаете нужным, так вы его и двигаете. Вот. И после того, как вы его подвигали, он у вас до конца кадра допрыгал благополучно, после этого можем проверить, как у вас все это получилось. Если вам нужно, чтобы он двигался очень быстро по кратчайшей траектории, просто два ключевых кадра, начало и конец, тогда он будет как мечор у вас лететь из одного места в другое. Если вы хотите, чтобы движения были более плавными, то тогда этих точек надо выставить побольше. То есть вначале он у меня будет резко в карьер скакать, а потом к концу движения будет помедленнее двигаться. Вот эти ромбики, они нам будут подсказывать его траекторию. Ну а да, и точно так же вы действуете и для второго героя, если у вас их два, если у вас их три, то, соответственно, для третьего, для каждого будет своя такая лента времени. Вот в этом одновременно интерес этого режима эксперт и сложность, потому что здесь очень долго прописывать надо, ну, почувствую себя мультипликатором, что называется. На выходе получайте ссылку, получайте код, можно встроить на страницу сайта и блога. И, насколько я помню, там есть возможность скачать это в формате GIF. Вот. По-моему, есть такая возможность. Надо уточнить, но вот у меня отмечено, что есть. Но, опять-таки, это анимация в формате GIF. То есть, если вас такой формат не устраивает, то надо что-то другое искать. Сейчас покажу, что еще можно попробовать. Но интересный сервис, в нем потребуется, конечно, время разобраться. Кстати, вы можете переключаться из Light в Expert. Не обязательно только в каком-то одном режиме работать. Вы можете начать работу в Light, и потом, когда вам нужно, чтобы персонажи задвигались, как вам надо, переключайтесь в Expert, и там их двигаете. Давайте смотреть дальше. Это у нас будет для любителей рисования. При встраивании на сайт анимация включается автоматически или по щелчку? Включается по щелчку. Вот ссылочку я вам дала, там посредине будет кнопочка такая Play. Вот точно так же она и будет включаться при встраивании на сайт. Если вы скачаете это как гифку и попробуете встроить как гифку, там уже в настройках вашего сайта или соцсети надо смотреть, какая она будет, автоматически или нет. Ну, давай, а если вы по коду просто встраиваете, то у вас просто будет кнопка Play, которая будет запускать все это. Сервис для любителей рисования. Brush Ninja. Кисточка Ninja.
не знаю, почему такое название. Это сервис простой тоже для детей, но здесь уже другой формат, вернее, формат тот же, GIF-анимация, но здесь вы ее рисуете сами. Это для художников. Если у вас дети хорошо рисуют, если они хотят себя проявить. Кстати, в этом сервисе иногда создаются, правда, интересные мультяшки, особенно если ребенок рисующий. Ну вот я попробовала, насколько получилось, настолько получилось. Ссылку я вам в чат отправила. Сервис на английском, регистрация не нужна абсолютно, то есть вы заходите и начинаете рисовать. На входе вас встречает вот такое белое полотно квадратное. На это квадратное полотно вы можете добавить тексты и различные рисунки. Можно картинки загружать, правда, они будут в виде фона. Вот. А рисовать остальных персонажей вы будете уже вручную. Для этого вверху есть значок кисточки желтеньким выделен. И можно выбрать размер этой кисточки. Потолще, потоньше, это с левой стороны. Это секция инструментов. Секция цветов с другой стороны справа – это для фона и для цвета самой кисточки. То есть вы можете фон залить однотонным, а можете определить цвет для кисти, каким будете рисовать. Текст поддерживает кириллицу, кнопочка «Т» добавляет текст. Плюс есть еще кнопка для добавления фигур. Принцип покадровой анимации абсолютно такой же. То есть нам нужно создать несколько картинок, настроить между ними быстрый переход, и за счет этого получится анимация. Как здесь все рисуется? Кнопочка внизу плюсик добавляет новую сценку, а синяя кнопочка проигрывает. Ну вот, например, этот росточек, как я рисовала. Сначала на первой кадре я нарисовала просто стебелек. В втором кадре я начала рисовать листочек. На третьем я закончила, на четвертом пошел второй листочек. Вот так по кусочкам я рисовала. Здесь есть кнопка «Копировать», она внизу, такая, две странички друг поверх друга. Она позволяет как раз копировать каждый слайд и таким образом дорисовывать продолжение. Вот таким образом создается анимация. Кнопочка со спидометром с левой стороны позволяет настроить скорость. Вы можете по-быстрому ее сделать, можно помедленнее установить. Готовую работу, когда она у вас получится, вы можете скачать себе на компьютер в формате GIF и точно так же делиться в блоге, в социальных сетях, где хотите. Вот здесь как раз не будет кнопки Play, она здесь будет автоматом запускаться, как только вы ее откроете. Для просмотра. Ограничений здесь никаких нет, сервис абсолютно бесплатный. Более того, если вы закрыли сайт и вновь к нему вернетесь, вашу последнюю работу там запомнят, откроют вам опять ее, и чтобы начать с нуля, придется все это очистить, либо нажать на кнопку «Создать новый проект». Единственное ограничение здесь на английском языке, но кнопок настолько мало, что с ними можно очень легко поладить. И еще один инструмент, чуть посложнее. Инструмент называется Annotate. Это вообще-то платформа для создания онлайн-курсов. Здесь можно создавать презентации, тесты, различные формы видеороликов, скринкасты и многое-многое другое. Если вы работали с Google Class, вот это что-то похожее на Google Class. То есть, в принципе, здесь для онлайн-курсов очень много полезных инструментов. Из всего этого перечня инструментов я хочу обратить внимание на создание видеороликов, а точнее на рисованную анимацию. Рисованная анимация в жанре скрайбинг. Что это такое? Ну вот по ссылке вы можете открыть, посмотреть, что это такое на практике. А я, если рассказывать в двух словах, следующее. То есть у нас появляется в кадре либо рука, которая рисует картинку, либо картинка сама по себе рисуется. Либо может какой-то летающий маркер появляться, который рисует картинку. В это время за кадром голос озвучивает, что там происходит на экране. Вот я вам ссылочку отправила, там про моржа. Просто маленькая такая картинка, рисуется само изображение моржа, и я голосом за кадром пытаюсь это все озвучивать. Вот такой жанр называется скрайбинг. Как он здесь работает? После того, как вы зарегистрировались и создали там свой аккаунт, вы выбираете создание клипа. И среди всех клипов, вы видите, тут большой список, можно и скринкасты создавать, и озвученные видеоролики. Но нам нужен самый первый, называется он Animation. Вот с него и начинаем. Здесь можно создавать вот такие вот картинки, но они больше напоминают, конечно, открытку. Здесь нельзя сказать, что это полноценный скрайбинг-ролик. Здесь просто открытка, один слайд, на котором вы рисуете и что-то рассказываете. Вы можете нарисовать одну картинку на слайде, 20 картинок, там, 10, сколько угодно, но слайд в любом случае останется один.
Вверху инструменты для рисования. То есть кисточки есть, есть перо. Там даже есть анимированная рука. Пером рисует анимированная рука, маркером рисует просто само по себе. То есть можем попереключаться, посмотреть, как и кто тут рисует. Ну, стирательная резинка, естественно, если что-то не понравилось, можно удалить. Кнопка Т добавляет тексты на русском языке. Вставляется совершенно спокойно. Плюс внизу будет еще кнопка для добавления своих картинок. Вы можете это как вот слайд-презентацию. То есть часть нарисовать, часть добавить картинкой. Часть написать текстом, то есть создать вот такое полотно, по сути. Слайд, конечно, небольшой, и поэтому я тут одного моржа попыталась нарисовать. Если вы художник не очень, такой как я, то это есть такая хитрость. Можно загрузить картинку любую, а дальше ее по контуру обвести, что я и сделала. Ну, а потом картинку удалить, и получается, что как будто это мой собственный рисунок. Вот я взяла клипарт тюленя, попыталась его обвести кривокосо. В итоге получилось вот такое картинное изображение. Каждому инструменту здесь есть настройки. Можно цвет выбрать, шрифт, если это текст, толщину кисти и так далее. Тут особенно рассказывать не приходится. Как это все работает? Выбираем инструмент, кисточку, перо, маркер, что угодно. Начинаем пока в центре рисовать. Это будет все записываться непрерывным потоком, пока вы не смените цвет или пока не смените инструмент. То есть, например, вы рисовали черным, потом неожиданно решили красным что-то нарисовать. Поменяли инструмент, пошло рисование эпизода номер 2. Вот у меня сейчас на слайде 3 эпизода. Первый – это, собственно, сам тюлень. Второй эпизод, когда я добавила текст внизу. Ну и третий эпизод, когда я добавила еще один текст, но уже вверху. Вот у меня в итоге вся моя история получилась из 3 эпизодов. Сервис сам автоматически определяет продолжительность каждого этого эпизода. Вот первый у меня 30 секунд, потому что рисование было долгим. Второй 2,5, ну и третий 1,5. Это выставляется автоматом. Если вам это не нравится и вы хотите, чтобы побыстрее все рисовалось, то можно, нажав на 3 кнопочки рядышком, отрегулировать это все. Ну, нажимаем, смотрим. Здесь под 3 кнопочками можно выбрать, например, особенность появления этого рисунка на экране. По умолчанию я его рисовала, поэтому у меня дро, рисование. Но я могу переключиться, и тогда этот рисунок будет выплывать, вылетать, либо просто появляться. Здесь еще есть 3 опции. Дальше. Меня больше интересует тайминг. Вот мы выставляем как раз в графе «Duration». Вот здесь 30 секунд стоит, мы уменьшаем либо увеличиваем это время. Нажимаем «Да», все, сохранилось. Ну а дальше сервису надо дать возможность, он это все сгенерирует, все эти эпизоды вместе, и у вас получится такой небольшой скрайбинг видео. На последнем этапе можно еще и озвучить это все. Когда мы сохранили, нажали «Done», сохранили наши рисунки, переходим в следующий этап, это озвучивание. Озвучивается здесь в режиме онлайн, подключаем микрофон, нажимаем на кнопочку и начинаем все это наговаривать на микрофон, озвучку. Можно по всей сцене, если она у вас вся целиком на одну тему, либо можете по эпизодам озвучивать. То есть каждый слайдик, каждое новое появление чего-то на экране вы будете озвучивать отдельно. Ну, самый стандартный вариант все вместе, что я и сделала. А там уже, как обычно, с микрофоном работаете, нажимаем на стоп, там уже немножко отрезать внизу, в начале, в конце, если необходимо, ну и сохранить это все. Скачать нельзя. Длина видео может быть любая, какую хотите. Хотите рисовать долго, рисуйте. Главное, ограничить там всего один слайд. То есть вы можете на этом слайде неограниченное количество объектов записать и зарисовать и добавить неограниченное количество звука к ним, если хотите. Вот. На готовую работу можно получить ссылку и можно код, чтобы встроить на страницу сайта и блога. К сожалению, скачивать здесь нельзя, на YouTube тоже нельзя закачать, только вот в таком формате это все работает. Но интересно и, главное, несложно. По крайней мере, если вы любите, умеете рисовать, можно поэкспериментировать. Ну и переходим к еще более сложным инструментам. Здесь уже такое больше похожее на мультяшничество. Рисовать уже больше не будем. Будем работать с шаблонами, либо сами их составлять, либо брать готовые.
Есть много сервисов, ну, немного, несколько, которые позволяют создавать мультики на основе уже готовых анимированных сценок. То есть в этих сценках есть персонажи, есть уже герои, остается только нам создать какой-то текст и туда его вставить. Очень просто получается и быстро. И очень много сейчас рекламных роликов создаются с помощью таких сервисов. Первый среди них, который первый вспоминают, это сервис Beatable. Сервис для создания анимированного видео. У него есть ограничения, он условно бесплатный. Здесь бесплатно можно до 3 минут создать видеоролики. И на этих видеороликах будет водяной знак. Будет даже 2, сверху и снизу, к сожалению. Вот такие у него ограничения. И давайте посмотрим, как это все работает. Ну, сразу ссылками вас постараюсь закидать. Несколько видеороликов вам отправлю. И здесь есть и мои работы, и не моя работа. Вот первое, это не моя. Это очень интересный ролик про Камчатку. Здесь вы можете посмотреть, какие разные бывают шаблоны в этом видео. Потому что там в один видеоролик автор вставил сразу несколько вариантов из разных наборов, из разных шаблонов. Ну и последние две ссылки – это уже мое творчество. Вторая ссылочка – это рекламный ролик, рекламирующий мероприятие в библиотеке. И третья ссылочка – это ссылка, наоборот. Вторая ссылка – это видео тематическое, ну и третья ссылка – это видео на рекламные мероприятия. Надеюсь, вы там по ссылочкам разберетесь. Как здесь все работает? Здесь есть уже готовые, прямо уже готовые видеоролики. Называются они templates, то есть там вообще все есть. И музыка, и слайды, только текст вставляй, и все. Либо вы можете начать с нуля. Для этого нажимаем на кнопку New Video. И в этом New Video вы сами будете выбирать себе сценки, видеоролики, музыку. В общем, сами себе режиссеры будете. Шаблоны, конечно же, можно редактировать. Вы можете какие-то слайды оттуда выкидывать, если они вам не нравятся. Но в плане шаблонов у вас будут немножко ограничения. Если вы хотите прям всю библиотеку посмотреть, все, что здесь есть, то можно попробовать поэкспериментировать с New Video. Ну, давайте смотреть. Шаблоны здесь вот такие. То есть здесь есть вертикальные, горизонтальные, квадратные, в зависимости от того, куда вы собираетесь загрузить это видео. Если на YouTube, то горизонтальное. Если в социальные сети, то квадратное, либо вертикальное. Далее. Вот шаблон изнутри, как выглядит. Я, например, выбрала с пластилиновыми человечками некое видео. Здесь, как вы видите, уже есть 3 сценки. Вот они, даже 4, обозначены внизу на ленте времени. В каждой сценке есть какой-то текст, который можно стереть и добавить свой. Внизу есть музыка уже готовая. То есть здесь практически вот под ключ все сделано. Вам нужно только добавить сюда свой текст. Вот, да, с Камчаткой согласна, это милота, я поэтому его всегда показываю, это прелесть просто. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще можно. Внутри шаблона не сильно много разбежишься, но так или иначе. Здесь есть возможность поменять фон, replace background, например. Есть возможность перекрасить цвет. Вот внизу есть background color, вы можете здесь цвет перекрасить. Шрифт можете выбрать другой, собственно говоря, на этом все. Вы можете новую сценку добавить, внизу для этого есть кнопочка. Вот. Шаблоны, как правило, берут сценки из одного набора. То есть вот если пластилиновые человечки, то только пластилиновые. Если вы хотите прямо из разных наборов, вот как Камчатка, она была создана из разных, то там вы можете всю библиотечку посмотреть и отобрать то, что вам нравится. Если на Ютубе демки, как эти сервисы управляются и работают вживую. Да, есть обучающие материалы, пожалуйста, на Beatable. Зайдите на Ютуб, наберите, очень большое количество видеороликов есть. Если мы начинаем работать с нуля, придумываем название, выбираем формат, тут 4 формата на выбор. Вот как раз вся библиотека, вот теперь мы до нее добрались. Здесь есть большое количество разных наборов. Тут есть и пластилиновые человечки, и
просто анимация какая-то, серьезная, несерьезная, абстрактная и тому подобное. Раздел Animation вот нам такие папочки показывает. В каждой папке рядом написан номер, это количество сценок внутри. То есть тут есть папки на 100 сценок, на 50 сценок, на 20. Вы можете попутешествовать по всем сценкам сначала, по своему сценарию сориентироваться и отобрать, которые вам вот действительно подходят. Ну а дальше уже из них будем миксовать. Выбираем сценку, щелкаем по ней, открывается тот же самый редактор, там вот абсолютно все то же самое осталось. Можно фон красить, перекрашивать, можно поменять фон, новые сценки добавлять, тексты вписывать и тому подобное. Вот, например, редактирование текста. Кроме того, что сам текст можно поменять, здесь можно еще выбрать анимацию для него. Вылет, выплывание, там, появление справа, слева, сверху и тому подобное. Либо просто статичное нахождение на экране. Далее, после того, как мы закончили со сценками, мы их все добавили, персонажей сделали, тексты дописали ко всем этим персонажам. Теперь нужен переход в раздел «Стиль». В разделе «Стиль», «Стайл» по-другому, вы можете сразу для всех сценок выбрать один и тот же формат, то есть чтобы фон у всех был синий. Это подходит для сценок, если вы взяли их из одного набора. Да, то есть вот как у меня была экскурсия по библиотеке, там у меня все были из одного набора, я их могла разом всех перекрасить. Если вы берете сценки из разных наборов, то, к сожалению, эта опция вам не подойдет, тогда придется вручную каждую сценку перекрашивать, если вы хотите. Как можно смиксовать сценки? Очень просто. Внизу есть кнопочка «Добавить новую сцену», синенькая, да, или фиолетовая. Вы на нее нажимаете, у вас открывается все та же библиотека, и вы выбираете уже другую сценку из другого набора. Щелкаете по ней, она у вас на ленту времени сюда появляется, и вы ее редактируете. Так и можно миксовать. Далее, после того, как мы закончили со стилями, с самим форматом, у нас еще осталась музыка. Внизу будет значок нотки, вот по нему щелкаем, открывается библиотека музыкальных файлов, вот такая. Здесь, как вы видите, есть музыка сервиса, есть кнопка upload, можно загрузить свой музыкальный файл, если он у вас под рукой есть, пожалуйста, можно грузить. Добавляем. Здесь все происходит очень быстро. Вы можете, кстати, вместо музыки наложить свой голос. Если он у вас где-то записан, вы можете сделать голосовое озвучивание. Здесь одна звуковая дорожка, сразу скажу. Здесь нельзя и голос, и музыку два в одном. Здесь либо музыка, либо голос. Но, как правило, в Beatable создаются немые видеоролики, просто музыкальные такие. Ну и далее, вот они все кнопочки перед нами. Edit – это у нас редактирование, Style – это для перекрашивания одновременного всего и вся. Ну и самая последняя кнопка «Экспорт». Она позволяет на этот видеоролик экспортировать. То есть вы можете его скачать, вы можете получить на него ссылку, код для встраивания на сайты и в блоге. Ну и в социальных сетях можно делиться. Правда, там придется немножко подождать. Оно будет, чем больше сценок, тем больше ожидания, потому что это все должно вместе собраться, все ваши сценки. Ну и на выходе вот такие кнопочки мы появляем. Copy link – это копировать сценку, видео. Дальше share – это поделиться в социальных сетях, там же код для встраивания. Ну и чуть ниже кнопочка для загрузки. Здесь можно закачать сразу на YouTube. Если у вас есть канал, вы не хотите свое время тратить, хотите сразу на YouTube скинуть, пожалуйста, есть и такая кнопка. Вам нужно всего лишь подключить канал, и сервис за вас все сделает. Качество очень хорошее, 720 получается в бесплатном тарифе. Если хотите еще больше и лучше, без водяных знаков, то это уже платная опция. Но вот эти анимационные сервисы, к сожалению, они не сказать, что очень дешевые. Поэтому не буду вам озвучивать особый ценник. Но на сайте всю эту информацию можно узнать. Все, что может PowerPoint по анимации, плюс движение персонажей, исполненных в стиле объемных картинок, например, 3D-человечки и тому подобное. Абсолютного такого нет, к сожалению. Либо здесь уже надо брать вам не сервис, здесь вам нужно брать программу для создания анимации. Вот есть специальные программы, я в конце покажу две, там есть 2D и 3D анимация. Вот там можно. Тогда вам эту программку надо скачать, установить и освоить. Там есть и движение, и даже еще больше, чем в PowerPoint, и есть объемные персонажи. Но это уже отдельная история, это должна быть программа. Сервисы, к сожалению, таких возможностей не дают, тем более бесплатных.
Похожий инструмент, если Bitable вам не понравился английским языком, то есть на русском. Render Forest, это наши программисты создали. Абсолютно похожий сервис, здесь даже какие-то опции похожи. Здесь шаблоны другие, естественно. Они точно так же рассортированы. Вы можете взять опять готовый шаблон, можете с нуля создать. Три формата: квадратная, вертикальная, горизонтальная. И с ними работать здесь все еще немного проще. Вы можете создать прямо вот сценарий свой, вписать, и вам предложат наилучший вариант. Но самый простой формат – это просто начать с добавления сценок. Вот, например, сценки из одного набора. Если в Bitable надо будет, вернее, не надо будет, а можно было миксовать из разных наборов, то Render Forest дает строгую привязку только к одному набору. То есть я выбрала вот этот вот анимацию с персонажами, вот внутри этого набора и двигаюсь. Вот. Да, на русском языке. Ну, честно говоря, все сервисы, о которых я говорю, вы можете через Google переводчик переводить. Поэтому они не прям такие сложные, что вообще-вообще. Итак, выбираем сценки точно так же, выставляем их в нужном порядке, добавляем текст, там, меняем фон, добавляем музыку. Принцип работы один и тот же. Вот сценка, например. В эту сценку можно добавить картинку и вписать текст. Сценки разные. Есть, в которых только текст можно добавить, а есть, в которые можно и свои картинки загрузить. Правда, таких немного. Давайте я вам примерчик покажу. Наверняка кто-то работал в этом сервисе. Можете, кстати, свои ссылки в чат отправить, если не боитесь. Можно поделиться. У меня вот такое вот просто простое видео про библиотеки. Здесь все очень просто. Особенно даже объяснять не надо. Можно картинку подредактировать, можно текст добавить. И, собственно говоря, перейти к следующей сценке, нажать на плюсик и опять выбрать что-то. Дальше кнопка, которая у нас отвечает за анимацию. Здесь три вида анимации. Они не сильно между собой отличаются, но можно посмотреть, выбрать какую-то из трех. Следующая кнопочка — цвет. Перекрашиваем все слайды в один цвет, выбираем цветовую гамму из палитры или какие-то специальные выбранные цвета, какие захотите выбрать. Раздел «Музыка» точно так же добавляет музыку разную, можно свою загрузить. И плюс я в красную рамку вынесла еще. Для тех, кто любит озвучивать видеоролики, здесь можно добавить голос за кадром. То есть здесь будет у вас две дорожки: и музыка, и голос за кадром, если необходимо. Вот. Ну и после этого у вас все смонтируется, и можно получать готовый видеоролик. Вот, пожалуйста, бесплатный тариф. Он выдает видеоролик, как они говорят, низкого качества, качество 360. И видеоролик должен быть длиной не больше 2 минут, опять-таки с водяными знаками ограничения. Но обычно такие анимированные видеоролики, они не длятся очень долго. Они буквально там 2-3 минутки, но не больше. Если вы хотите прямо вот очень длинное видео, ну, вы можете создать несколько отдельных эпизодов, а потом их в любом видеоредакторе смонтировать вместе. Да, все хорошо, но водяной знак – это, к сожалению, вся особенность бесплатных тарифов. Они все будут с водяными знаками, так или иначе. Вот, на выходе можно скачать, можно ссылку, можно код, если хотите, и вставить все это на сайт и в блоге. Убрать водяной знак за дополнительную плату. Здесь есть возможность заплатить за отдельный видеоролик без водяного знака. То есть не тариф себе подписывать платный, а просто вот конкретно за один видео заплатить. Но он не очень мне понравился. Около 1000 рублей стоит один видеоролик здесь без водяного знака. Поэтому, ну, тут уже как хотите. Ну, вот в бесплатном функции вот такой можно вариант сделать. Скачиваем, делимся. Здесь и в Bitable, и в Render Forest шаблоны постоянно меняются. Они добавляются, редактируются. Например, к Новому году было очень много шаблонов. Например, были шаблоны для создания новогодних открыток. Если вы ведете, например, группу в социальных сетях, вы можете разный такой контент анимированный делать. Поздравления с Новым годом, там, с разными праздниками. Порадовать своих читателей можно с помощью этих сервисов. Ну и осталось у нас еще два инструмента, которые еще сложнее. Здесь уже тоже есть готовые шаблоны, в которые можно вставлять свою информацию, редактировать. Здесь очень много разных полезных опций и функций. Но опять-таки понадобится время для их освоения. Первый, который мне нравится, это Powtoon. Я в основном работала в нем. У меня больше всего работы создано именно в нем. Сейчас несколько штучек покажу.
Но первая ссылка это будет не моя ссылка, это детское творчество, чтобы вы не думали, что это все очень сложно. Вот дети осваивают, пожалуйста. Это видео про Джона Сильвера. Сделано на конкурс, видеоролик, я уже давно на вебинарах его показываю. Сделали дети с нуля. Это все не, это не шаблоны, то есть они сами это сделали. Ну и такие скромные две ссылочки, это то, что я делала. Первая ссылка, она вообще очень скромная, это я готовый шаблон взяла. Можете посмотреть, как он выглядит. Я туда только свои картинки вставила и тексты. Ну и второе, это то, что я с нуля делала, буктрейлер. В Паутоне хорошо действительно делать буктрейлеры. Здесь дается возможность создавать видеоролики до 3 минут, экспортировать их в качестве 720. Правда, экспорт здесь только на YouTube пойдет. Вы не сможете скачать сразу напрямую себе на компьютер, но вы можете скачать со своего канала YouTube без изменения качества. Ну, давайте смотреть, как здесь все работает. Ну, вот сразу вам предлагают выбрать тариф. Выбираем, конечно, free. Здесь нам подсказывают, что он до 3 минут создает видеоролики. Здесь нет ограничений на количество записей. Но нам дают место 100 мегабайт для личного кабинета. Какая здесь есть хитрость, если вы не укладываете, если у вас много там видео, вы можете какие-то скинуть на YouTube и удалить их с сервиса, и у вас место освободится. Ну, такая же история, как с Google диском, например. Выбираем бесплатный тариф, смотрим. Здесь три кнопочки – Templates, Import и Blank. Templates – это готовые шаблоны. Если вам нужно очень быстро, то вот советую присмотреться к Templates. Тем более, что здесь есть отдельное видео обучающее – Education. И там можно очень приятные, интересные шаблоны подсмотреть. Import – это когда мы берем презентацию PowerPoint и добавляем к ней разные анимационные эффекты. Вот. Ну и третья бланк, это когда с нуля начинаем. Нам дают пустое поле, и мы там сами творим разное творчество. Вот, пожалуйста, Эду. Вот как раз образовательные шаблоны. Смотрим, чтобы на них не было вверху пометочек в правом углу желтеньких. Это будет означать, что они платные. Но вот это бесплатные в начале. Они, как правило, идут в начале списка бесплатные. Вот я брала про 5 фактов о. Видео делала давно, поэтому у меня шаблон такой, а вообще он сейчас выглядит немножко иначе. Можно выбрать и прямо вот в них вставлять готовое. Там есть очень все симпатичные настройки. Если с нуля начинаем, то нам опять предложат три формата, горизонтальный, квадратный, или тот, который вы сами захотите, и вид анимации. Выбираем Cartoon, это самое интересное. Но здесь еще есть инфографика, здесь есть еще дудл-видео, такое черно-белое, не раскрашенное. Можно что-то из этого выбрать. Кстати, потом можно внутри переключиться. Если он вдруг вам разонравится, вы можете выбрать что-то другое. Ну, вот Cartoon, например. Шаблон изнутри выглядит вот таким образом. Здесь, как вы видите, довольно сложным все кажется. Сейчас я по секциям покажу, что здесь и как работает. В центре слайд, ну, похоже на PowerPoint немножко. Слева миниатюры всех сценок, справа будет библиотека элементов. Принцип работы. Открываем сценку, добавляем туда разные элементы, внизу на ленте времени настраиваем, когда они появятся, когда исчезнут. Еще дополнительно здесь есть настройка движения по экрану. Ну, собственно говоря, и все. Можно подгружать свои картинки, свои видеоролики, свою музыку и озвучивать. Вот. Все основные функции присутствуют. Что у нас по библиотеке? Библиотека предлагает разные стили оформления. Modern Age Look, например, такой стиль. Вы можете нажать на стрелку и открыть весь список. Переключиться по стилям. Дальше, каждую сценку вы можете в разных стилях сделать, если захотите. То есть здесь тоже можно миксовать разные вариации. Дальше поехали. Ну вот сами сценки в разделе «Scenes». Щелкните, откроются все возможные сценки из этого стиля, который вы выбрали. Background – это фон. Ну, соответственно, дальше идет текст. Кстати, в бэкграунде можно добавлять не только свои картинки. Здесь можно брать еще видео, но только не премиум. Чуть ниже надо опуститься, там есть free видео бесплатное. Для чего видео используется? Как видеофон, то есть какая-то там волны какие-нибудь на заднем плане, вдруг захочется, есть такая возможность. Далее. Дальше идут одушевленные персонажи, они называются characters. Вот там, где free написано, там совершенно спокойно мы это все используем.
Здесь персонажей не так прямо, чтобы много, но вы можете попереключаться в разных стилях персонажи разные, плюс еще можно свои картинки добавлять. Props – это неодушевленные, здесь выбираем первую папку, Basic Free, которая. Дальше shapes, ну это формы, разные рамочки, звездочки, стрелочки и диаграммы. Images – это картинки, можно взять free, которые бесплатные, а можно и свои загружать. Далее videos, ну это вот видеофоны, здесь еще раз про видео. Здесь уже не в качестве фона, а уже в качестве просто такой картинки, которая появится на слайде. Sound – это музыка. Как мы видим, здесь можно добавить музыку из библиотеки, можно загрузить свою просто музыка. И voice-over – это озвучка. Если подключим микрофон, то можно озвучить в режиме онлайн, либо загрузить свой трек, который вы озвучили заранее. Ну и последняя – вот эта вот специальная кнопочка в самом низу – это для разных открыток. С Новым годом, с Пасхой, еще с чем-нибудь. Specials она называется. Вот по кнопочкам пощелкали, разобрались немножко с библиотекой. Теперь что с персонажами? Например, мы выносим на экран вот такого героя, щелкаем на значок шестеренки, рядом с ним открываются все возможности, что с ним можно сделать. Я только немножко вынесла в рамочке поза. То есть он может там стоять так, это двигать рукой, ногой и так далее. Дальше кнопочка эффект. Это как он появляется и исчезает на экране. И кнопочка A to B – это его перемещение. Вы можете самостоятельно выстроить ему траекторию, как он будет перемещаться. Вам нужно поставить первую точку и конечную точку. И он пойдет по этому маршруту. Ну, плюс тут еще можно его перекрасить, добавить к нему анимацию, перевернуть его и так далее. После того, как вы его поставили на экран, у вас на ленте времени появится, ну вот даже на этой видно, что такая синяя полоса. Это нахождение его на экране, этого героя. Вот он вначале появляется, стрелочка нам показывает, что он с каким-то эффектом появился, и исчезнет в самом конце слайда на 11 секунде. Плюсик-минусик позволяет удлинить эту сценку на сколько-то секунд, на одну секунду и далее. Теперь вы можете подвигать эти маркеры и сократить это нахождение на экране, передвинуть вообще по ленте времени, чтобы он в середине истории появился, например, вот на третьей секунде он появился и так далее. Рядом с маркерами будут стоять такие значки. Там у нас стояла стрелочка, здесь стоят 4 стрелочки. Это значит, что какой-то эффект анимации здесь присутствует на вход персонажа. Ну, вот такой, например, эффект. То есть он здесь может появляться сверху, снизу, сбоку, справа, слева. Чуть ниже есть кнопка Add Hand, подключить руку. Рука может выносить этого героя на экран, выталкивать, там пальцем его как-то двигать. И она еще, сейчас появилась опция рисования, то есть она будет его рисовать. Но не так прямо вот как художник контуры прорисовывать, а просто как раскрашивать, вот так. Ну и плюс Add Sound появилась еще одна опция, он со звуком может появляться. Там есть библиотека звуков, он там с грохотом, с шумом, с аплодисментами, как хотите, может появиться. Эффекты размытия, искажения, контраста есть или только появление. Здесь есть эффекты на вход и на выход, на появление, на исчезание. Вот. И плюс вы можете траекторию прописать движение персонажа. Далее. Точно так же настраивается и на выход. То есть вы по шкале времени перемещаетесь обратно, там настраиваете на выход, если он с каким-то эффектом должен у вас выйти из кадра. Далее. Еще на что можно обратить внимание, какая еще здесь существует анимация междуслайдовая, это переходы между слайдами, как в PowerPoint. Правда, они здесь более интересные. Тут есть веер, здесь есть хлопушка, здесь есть такая ролик, который все стирает, занавес театральный, что-то еще. Есть и простые эффекты, есть и посложнее. Между каждым слайдом можно их настроить, если хотите. Далее. С текстами что? С текстами примерно такая же история. То есть вы тоже нажимаете на кнопку Т, текст, там есть несколько шаблонов для текста, можно стандартный, можно что-то из того, что есть. Не видно стрелок там, о чем говорят. Немножко не поняла вопрос, каких стрелок и о чем говорят. И точно так же на вход и на выход. Если вам нужна рисующая рука, которая будет писать текст на экране, то на вход выбираем кнопку Write, письмо.
И у вас появится анимированная рука, которая будет вам этот текст записывать на экране прямо. Раньше была всего одна, сейчас появилось несколько вариаций, там можно даже выбрать, какая ручка вам это будет делать. Ну и плюс такие же эффекты, как и просто с картинками, то есть появление сверху, снизу, сбоку и так далее. Вы можете менять свою готовую работу, редактировать ее бесконечно, главное не удалить ее из личного кабинета. Она у вас всегда там будет висеть, пока вы ее не удалите, и вы в любой момент ее можете отредактировать. Вот, и несколько версий создать одной и той же работы, если захотите. Ну, и когда вы со всем этим разобрались, каждую сценку сделали, там, отмерили ей время, каждую траекторию персонажа прорисовали, теперь настало время... Ну, а про музыку я уже говорить не буду, там такая же библиотека открывается, я вам уже показала. Это все в конце делается, когда видео уже готово, тогда переходим к озвучиванию. Когда все готово, нажимаем на кнопку «Экспорт». Там вверху есть кнопка «Линк». Дальше «YouTube». Это для того, чтобы сразу закачать на YouTube. И еще в самом низу кнопка «Embed Video». Это чтобы встраивать на сайт и в блоге. Я обычно загружаю сразу на YouTube, потому что с YouTube, со своего канала я сама смогу скачать ее, эту работу, во-первых. А во-вторых, она там будет лучше воспроизводиться, потому что... С сервиса встроенное видео иногда немножко на слабых компьютерах будет тупить. Но это из личного опыта. Поэтому вот самый оптимальный, мне кажется, вариант сразу на YouTube закидывать видеоролик. Качество 720. Вот так. И вот это как раз вариант экспорта на YouTube. Я подключила свой канал. Мне предложили либо 480, либо 720. Я, конечно, выбрала 720. Если вы хотите более лучшее качество, то для этого есть тарифы платные. Самый простой платный тариф студенческий стоит около $6. Вот, по крайней мере, он стоил в начале этого, в конце того года. Вот. На месяц можно подключить и попробовать. Но, в принципе, даже бесплатно здесь возможностей вполне достаточно, чтобы простой видеоролик создать. Опять-таки, для тех, кто любит русский язык, самый последний, самый сложный инструмент Animaker, он называется. Он, собственно, не русского производства, но он русифицирован, переведен на русский язык. В нем поэтому достаточно просто работать. Все те же возможности, как и в Powtoon, абсолютно. Они иногда в чем-то даже друг друга дублируют, но и еще плюс немножечко другого, чуть больше. Сейчас ссылки отправлю, расскажу, в чем тут суть. Регистрацию пропустим, здесь все очень просто, и на русском к тому же. Вот шаблоны уже готовые, можно с нуля, можно с шаблоны, разные варианты шаблонов, квадратные, прямоугольные, опять-таки любые. Как выглядит библиотека инструментов? Абсолютно примерно так же она и выглядит, только теперь выглядит это все немножко по-другому, цвета другие, а смысл такой же. У нас библиотека элементов теперь переезжает влево, она с левой стороны будет. Сами слайдики будут появляться справа. Но сейчас, поскольку я щелкнула на персонажа, там как раз и отрисованы возможности для этого персонажа. Давайте смотреть по библиотеке. Они здесь кнопочками... картинками обозначены все возможности библиотеки. Ну, первая кнопка – это одушевленные предметы, вторая у нас неодушевленные, дальше идут текст, BG – это background, это фон, дальше идут изображения, видео, аудио, вот эти вот предпоследняя кнопочка – это спецэффекты, там дождики, снежки, вот такие вот варианты. И внизу последняя кнопка – это для загрузки своих собственных картинок, аудио, видеофайлов. Так. Здесь тоже нет абсолютно бесплатного, здесь тоже есть ограничения, тоже будет водяной знак, и видеоролики до 2 минут продолжительностью, правда, качество такое же, 720. Ну, давайте смотреть. Опять-таки, из библиотеки выбираем персонажа, ставим его в нужное место, выставляем ему анимацию и на ленте времени регулируем, как он будет двигаться. Здесь две ленты времени. Первая лента времени регулирует сценки в целом, а вторая лента времени регулирует каждую сценку по отдельности. Переключаться между ними можно внизу. Вот сейчас нажата внизу кнопочка с человечком. Это лента времени конкретно на эту сценку. Если вы хотите обозреть весь ролик, то рядом справа будет кнопочка с изображением видео, такого кадрика. Вот она переключит нам.
Ну, давайте смотреть на человечка. Вот шестереночку, если нажать, то можно посмотреть на все его возможности. А вообще, уже сразу всплывают кнопки с микрофоном. Это значит, что мы его можем озвучить, он будет у нас говорить. И даже там есть опция липсинга, то есть он будет шевелить губами. То есть таким образом вы можете создать иллюзию разговора между героями. Вот. Что у нас еще здесь? Можно его перекрасить, перевернуть слева по горизонтали, по вертикали. А если на шестеренку нажать, то мы можем настроить еще более подробно. Ну вот, например, функция озвучивания. Микрофон я нажала, и здесь есть возможность записать голос, перевести текст в речь и загрузить свой собственный аудиофайл. Синтезатор речи, он платный, все остальное можно сделать бесплатно. Далее, рядом с микрофоном вот такая вот штучка какая-то там, зигзагообразная линия. Эта зигзагообразная линия означает, что можно настроить перемещение героя. Это называется умное перемещение. То есть выставляем персонаж, вот я какого-то кактуса выбрала, тут какое-то растение. Кстати, можно перемещать неодушевленно, это ко всем картинкам относится. Нажала на эту кнопочку перемещения, и дальше мне вот предложат траекторию. Здесь есть уже прописанные траектории, он может по квадрату двигаться, по прямой, по кругу. Вот, правда, здесь вот видите, желтые значки кое-где появляются, это значит, что платная опция. Но бесплатно он абсолютно спокойно может у вас по прямой, по зигзагу двигаться, по кругу и по квадрату. Вот. Так что, в принципе, этого достаточно. Для очень простой анимации вполне. Дальше, внизу на ленте времени, вот здесь обозначены фиолетовым и такими вертикальными полосками, обозначено его передвижение. Двигая в сторону в одну и в другую, вы можете ускорить это движение, либо замедлить. Вот само движение от второй полоски до третьей полоски, вот оно здесь прочерчено. Двигая их, вы можете регулировать скорость перемещения героя. Далее, еще здесь есть возможность такая, кроме того, что все было в PowerPoint, здесь еще есть возможность так называемого смены плана. То есть есть план дальний или средний, а есть план ближний, да. Я не кинематографист, могу что-то путать, но здесь два плана есть. Есть обычный слайд, но какую-то часть этого слайда вы можете показать покрупнее, крупный план. Нажимаем на вот эту вот кнопочку, которую я в красную рамку вынесла с кружочком. Открывается у нас окошечко, статическая камера и динамическая камера. Если вы хотите приблизить какой-то объект, выбираем опцию «Динамическая камера» и маркером, вот этими вот квадратиками, отмечаем, какую часть объекта мы будем приближать. Ну, что-то в центре я хочу приблизить, сделать покрупнее. Пожалуйста, нажимаю, эта часть будет приближена. А дальше по ленте времени вы можете опять-таки отрегулировать, сколько времени у вас это приближение будет длиться. Ну, например, у меня вот этот вот текст будет приближаться, да. Вот то, что розовым, это его эффект приближения. А дальше он опять переключается на обычный план. То есть, опять-таки, маркерами мы можем регулировать здесь что и как. Вот такая история касается каждого персонажа. Плюс, если мы нажмем на шестеренку, там уже я не стала отдельно скриншотить, там появятся позы героя, вы можете выбрать ему позу, вы можете выбрать ему настроение, он будет прыгать у вас на месте, там, хлопать в ладошки, махать рукой и так далее. Таким образом, здесь достаточно большие подробные настройки. То же самое касается и текста. Текст здесь тоже можно писать, его может писать рука. Вот функции рисования для картинок здесь не предусмотрено. Здесь рисует рука только текст, вернее, их пишет. Вот, поэтому в PowerPoint немножко чуть больше возможностей есть. Возможно ли пересечение траектории в этот момент наложения персонажей? Да, можно. Вы можете наложить их друг на друга, они могут пересекаться. Это несложно. Здесь есть и передний план, и задний план, между ними можно переключаться. Ну вот она рука, то, о чем вам говорила, она может писать текст, или он может появляться сам, ну как будто его кто-то пишет. Таким образом работает. Точно так же это все регулируется, устанавливается с помощью эффектов. А эффекты вызываются с помощью шестеренки. Значок шестеренки вызывает все эффекты у нас. Ну и последнее. После того, как сцены у нас все готовы, что-то мы вставляли. Вот, например, у меня сейчас открыта вкладка с разными красивыми формами и неодушевленными предметами, откуда я кактусы и выцепила. Внизу, под самой лентой времени, мы найдем значок с микрофоном. Это для озвучивания.
Вы можете добавить музыкальный файл из библиотеки, можете загрузить свою музыку. Ну, что для этого нужно сделать? Нажимаем на значок с ноткой из библиотеки, выбираем нужный трек и просто мышкой его переносим на ленту времени. А дальше можем регулировать его продолжительность. Это хорошо, потому что вы можете несколько треков сделать внутри одного видео. Например, до второй секунды у вас звучит одна музыка, со второй секунды другая музыка. Вы их можете несколько между собой соединить таким образом. Ну и плюс здесь есть опция записать закадровый голос. Вы можете подключить микрофон и записать озвучку поверх вашего музыкального файла. Все готово. Теперь это все можно просмотреть, проиграть. На выходе можно скачать видео, поделиться в социальных сетях и перекинуть на YouTube. Качество 720, такое же, как в PowerToon. Сравнивать их задачи бесполезные, потому что где-то один лучше, где-то другой. Кому какие шаблоны вообще нравятся, кому как нравится работать. Я к PowerToon привыкла, поэтому пока работаю в нем. Но к анимейкеру стоит присмотреться, потому что вполне себе неплохой инструмент, и к тому же на русском. Вот. Ну и теперь мы добрались до программ. Понятно, что мы сейчас говорим об анимации для начинающих. Мы не станем супермультипликаторами, но какие-то простые видеоролики интересные создавать сможем. Если вы планируете профессионально заниматься мультипликацией, создавать 3D-анимацию, 2D-анимацию, чтобы все это было похоже на действительно на мультфильм в большей степени, то тогда вам, возможно, понадобится программа для этого. Здесь у меня список программ. Это уже отдельная история, потому что по каждой программе можно проводить отдельные вебинары, и все равно всего не расскажешь. Обучалки есть в сети интернет, вы можете их спокойно найти, посмотреть. Две программы, первые, они бесплатные. Cyanfin Studio и Blender. Одна из них делает 2D-анимацию, вторая делает 3D-анимацию. Остальные с разной степенью платности. Я их расположила по стоимости, да, вот в самом начале бесплатные, дальше не очень дорогие, а Adobe Animated самая дорогая из этого списка. Но может, вы еще добавите что-то, может, еще какие-то другие знаете. У них у всех есть еще демо-версия, вы можете попробовать, если не разонравится, не покупать. Но вообще я сориентировала бы на бесплатные, конечно, версии, поскольку анимационные программы, они все-таки достаточно дорогостоящие удовольствие. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, информация все-таки вам пригодится. Надеюсь, я вас не сильно запугала сложностью сервисов, и что-то вы для себя присмотрите, какие-то возможности. Обучалки, как обычно, все внутри презентации. Если захотите узнать поподробнее, там пошаговые инструкции со скриншотами и более подробное описание каждого сервиса. Спасибо за то, что были сегодня в такой поздний час. Вопрос у меня один висит. Будет ли компактный в одном месте вебинара сравнительный анализ? Какой для чего лучше? Но я по ходу их немножко сравнивала. А в зависимости все от ваших задач на самом деле. Я все многообразие вам представила, показала разные примеры, как их можно использовать. Расположила их от тех сервисов, где меньше возможностей, к тем, которые больше. Вот. PowerToon и Animaker, они, наверное, самые в этом списке функциональные. То есть у них больше всего возможностей. Но, опять-таки, если вам нужно простую анимацию, там, чтецов записать стихотворение, то можно обойтись самыми простыми инструментами. Если вы буктрейлер хотите снять, то тогда берите что-то посложнее. Вот такая история с сервисами. Вот. Спасибо большое за добрые слова. Ой, когда я успеваю изучать, свободно от работы время. К сожалению, не получается так много, чего это, как мне бы хотелось. Хотелось бы еще больше. Но, к сожалению, время и поджимает, да иногда и возможности, и сил не хватает. Но в любом случае, спасибо за добрые слова. И жду на следующий вебинар вас, который будет через 2 недели, уже в феврале. Вот. Спасибо большое и до новых встреч!